что был очень зрелищный финал. Ну а чего сильного соперника выбивать раньше времени? Выйдите и надерите им задницу. Я боюсь, такое нельзя говорить на камеру. Это нелегкий труд, но я пока не получал. Да, конечно, и этим занимаются только самые сильные игроки. Надо спросить у Кита. Это вопрос немножко не мне, это надо Тулсуму задавать такой вопрос. Петру Губанову, я слышал, он в одном плей-офф Химки похоронил. Любому, только не себе. Не один, я очень чистый игрок. Честно, ни одного. Сумасшедшая панда у Автодора. Ежик. Петербург. Москва. Красивыми формами и грацией. Да всем вообще мешает. Любую, которую попросит. Ты кто такой? Давай, до свидания. Давай, до свидания, давай, до свидания, давай, до свидания.